Основная спальня у нас закрывается вот такой шторой от всего остального жилого пространства. И видите, вот такая вот, можно сказать, френч бед, угловая большая кровать. В противоположном углу у нас туалет и душ. Достаточно просторный, особенно для такого небольшого прицепа. Здесь у нас примерно пространство, как в санливинге или аналогичного класса домах. Большие, очень большие полки в передней части. Кран у раковины, он же является душем. При входе в туалет и душ есть еще вот такой небольшой шкаф, очень много зато в нем полочек, небольших, но весьма вместительных. В столовой у нас еще два спальных места, два были в основной спальне, и еще два мы видим в задней части. Кухня достаточно просторная, потому что вообще в этом прицепе немало места. Три огня, газовая с электроподжигом, дальше у нас шкафчики. Холодильник у нас большой, Тедфорд, работает от газа и электричества 12-220 вольт, 140 литров объем холодильника. Максимальная нагрузка на кровати 70 килограмм, то есть это детские кровати, ну или в принципе вот я вижу, чуть больше 70 килограмм, наверное, никаких проблем с этим не будет. Печь Трума работает как от газа, так и от электричества 220 вольт.